Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Голди. И сегодня, ребятки, у нас новый видос. В этом видео мы с вами возьмем 16 тысяч кубков. Да ладно! Погнали! Итак, ребятки, прошло совсем немного времени, с 15 тысяч, как вот немножко поиграл, и мы с вами достигли 16 тысяч. Но мы, конечно же, будем двигаться дальше. Вот, сегодня программа у нас такая. Мы открываем, ребятки, 16 тысяч, открываем крутой мега-ящик, смотрим, что там выпадет, это очень будет интересно. А также потом пройдемся немножко по, получается, пути славы. Видите, как брал пасу, вернее. Вот, здесь у нас есть, по-моему, 2 мега-ящика, некоторые боксики, 20 гемов. Ну и скоро уже будет, ребятки, серия про Вольта. Скорее бы его уже выкачать, открыть, это круто. Вот, ну и как всегда, ребятки, в начале видео показываю свой клан. Как видите, полный фул. У нас на данный момент 1 659 000 кубков. Это круто. И скорее бы уже достичь 1 700 000. Вот, поэтому я думаю, ребятки, когда я возьму 16к, мы смело поднимем входные трофеи на клан. Это будет 16 000. Посмотрим, как оно будет, вот. Ну, я для себя, ребят, вчера открыл, что у меня, на самом деле, Карл 10 левела. И еще можно его качать, качать и качать. Реально, до 550 кубков изи можно качать. Поэтому, я думаю, ребятки, мы сегодня возьмем с вами, наверное, на Карле, да, эти 16 тысяч кубков. И посмотрим, что мы понавыбиваем. Погнали! Как всегда, мы будем играть с вами, ребятки, конечно же, в шеде парное, да. Вот некоторые фанаты очень любят, конечно, соло. Но я реально люблю, почему-то очень люблю это соло. Парное, да? И именно играть вдвоем. Так, вот этот нормальный. Возьмем. Ох, сейчас мы его добьем. Смотрите, какой урон лютый. Давай окружаем. Итак, он, конечно, что-то там хочет попробовать. Ну, я думаю, у него нифига не получится. Думал. И, наконец-то, что-то додумался, да? Так, ну что, ребятки, в принципе, еще 4 команды, и у нас только 4 этих звездочки, да, банки. Ох ты, ё-моё, не ожидал. Всё, это, конечно... А, вот этот, который Мортис, да? О, как я его офигенно убил, и у нас 5 банок, видите? В принципе, пока что я сам всех раскидываю. Вот, нас на канале, ребятки, почти 15 500, это круто. Думаю, когда будет 16 тысяч, мы какой-нибудь замутим конкурс. Так что все зависит от вас. Чем быстрее идут подписчики, тем круче будут конкурсы. Давненько не было конкурса на 170 гемасов, согласен. И, наверное, пора... Ух ты, ё-моё, это опасная фигня такая. У нее 8 банок, и она, конечно, бьется. Ох ты, черт, сам, блин, подошел на пулю. Вот, и мне кажется, нужно тут что-то получить. Еще совсем немножко, я бы ее убил, да? Так, тут еще, как видите, Мортис этот. Во-во-во-во-во, я заюзал и гаджет, и заюзал. Ох, отлично, вот это то, что надо. Урон как раз лютый, но у меня не получилось. Давай, чувак, держись, господи. Лишь бы не проиграл, хотя бы взять... Блин, второе место возьмем, и у нас будет то, что мы хотели. У нас будет 16 тысяч. Как она наперед стреляет, вы это видели, боже мой. И таки третье место, а таки у нас будет 0. Ну, это просто жесть. С первого раза не получилось взять, да? Вот так вот злится наша квакша. Кстати, скин в свое время купил крутой. Где-то там есть даже видос на канале, как я покупал этот скин. Вот, ну мы с вами попробуем, конечно, еще раз. Я надеюсь, в этот раз у нас не будет третьего места, а будет хотя бы второе. И мы уже, в принципе, возьмем, да? Да, кстати, ребятки, в эти выходные немножко поиграл в роборубку и сам офигел, реально прошел с рандомами, ребята, Безумие 3 прошел, поэтому вот такие у меня крутые, в принципе, тут такие вот записи, да, роборубка Безумие 3, бой с боссом пока что Безумие, ну и разгром Безумие 16, это было круто, есть видос на канале, как можно было пройти Безумие 16, все рассказывал, все показывал. Все было понятно. Ну, по-моему, сейчас этот баг пофиксили, к сожалению, да? Поэтому, кто не успел, тот как бы опоздал, да? Вот, ну ладно, это сегодня не об этом. А мы с вами продолжаем, ребятки, мочить всех на своем пути. Так, одну баночку взяли, это все мало. Вот био там ходит. Сейчас мы ее попробуем. О, вот опасно. Вот тут, да ё-моё, ты не туда стреляешь. Ладно, пошли био мочить, салафер. Есть, био замочили. Отходим от этого газа. Ох, как она лупит. Так, кто-то там, короче, заюзал свой гаджет, да?
Блин, ну реально не достать ее, не достать. Вот, разочек достал. Получается, у меня дамаг немножко больше, да? Немножко длинней. Так, вот этого вольта нужно... Ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да-да-да, жесть. Убегай, убегай, подруга, нам нельзя. Влево, влево, боже мой, беги влево. Давай, давай, 9 секунд. Сейчас тебя Мортис догонит, и нам, походу, будет... Капец, придется, ребята, слил. Придется, ребята, добивать, добивать. Получается... Не так все просто, да? Не получится с первого раза. Блин, капец, просто капец. С первого раза у нас не получится. Теперь у нас отнимается, сколько у нас? 92. В принципе, если мы возьмем первое место один раз, то мы, в принципе, выиграем, да? Поэтому давайте постараемся. Я думаю, игрока уже нет смысла менять. Мы будем с вами продолжать играть на Карле. Погнали! Как раз, так сказать, ребята, потянуть время, да? Никогда не получается. И если бы просто зашел сам поиграть, я думаю, ну реально бы взял с первого раза. Но получается, когда у нас... видео поснимать, то, конечно, это все западло, да. И приходится подольше, 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 боже мой. Ну, капец, ну, капец. Я даже не успел эту взять третью банку. Думал хотя бы взять напарнику третью банку, чтобы... Я-то понятно, что у меня там убьют Зуксарон, а напарник хотя бы был с тремя. Но нет, не успел. Ладно, сейчас появлюсь и попробуем ситуацию, конечно же, исправить, да. И еще такая идейка, ребята, давно у меня на канале не было видео про старый Brawl Stars, да, надо скачать, короче, там где-то у меня был видосик очень интересный, можете скачать, посмотреть. Так, этого Мишу сразу нужно убить, потому что, ну, реально, они могут иметь этот гаджет дурной, да, который будет просто, да-да-да, просто оглушать, получается, да, что-то напарник мне вообще никакой, пока что еще 5 команд, офигеть. Поэтому нужно чуть-чуть, ну, короче, попался мне напарник кустодрот какой-то, да, который будет, походу, весь бой сидеть в кустах. Толку от него, как, блин, вообще, в принципе, почти нет от него, можно сказать, толку. Да, давай уже мочи. А, есть, я успел его убить, да иди возьми эту хотя бы третью банку. О, не, не бери, не бери. Черт, я не знаю, что делать. Если он сейчас опять проиграет, это будет просто жесть. Это будем играть долго и нудно, да? Интересно, кто-то сможет полностью досмотреть это видео до конца? Ну, самое интересное будет в конце, когда мы, ребята, пооткрываем все няшки, да? Все жирные плюхи, грубо говоря, да? Мне кажется... Ой-яй-яй-яй-яй! Вот так вот он сделал, да? Все, нормально. Второе место у нас уже будет. Как-то так получилось. Повоевали они сами. Да уходил! Но это полный нубло. Нублоид, нублоид. Из всех нубов самый нуб. Увидели, он сам набежал на бомбу. Зато неплохо. Получается, нам не хватает всего лишь одного кубка, ребятки. 999 кубков. Вот такая вот цифра. И будет 16. Ладно, давайте попробуем. Нам нужно первое или второе место опять. Так, очень люблю играть на Карле, когда вот так вот вблизи стоят эти боксики, да? Потому что быстро стреляешь, отлетает твой грибочек. Ну, в данный момент с этим скином у нас грибочек. И неплохо, неплохо мы успеваем. Так, нормально. Сейчас нужно эту, короче, подругу нужно клип. Ой, там эти тоже не сильно приятные люди, да? Та-яй-яй-яй-яй. Уходим и после себя оставим вот такой вот след. Что, боитесь, да, ребята? Боитесь? Ох, как круто, как все четко. Черт. Есть, получилось, боже мой, еле выжил. Видели, красава, как он меня подлечил. 5 баллов, просто 5 баллов. Тупо на грани, на грани. Так, нужно догнать вот этого кренделька, мне кажется. Да стреляй, фу, это просто жесть была. Ну что, ребята, я вас поздравляю, у нас 16 тысяч походу. Так, мне нужно немножко подлечиться, немножко восстановить свое хп. Вот так вот, и думаю, мы можем теперь их... Да, обязательно. Ух, они еще сейчас меня и умочат. Не умочат. Не замочат. Вот так, берем 11-ю баночку. Конечно, он будет пытаться свои эти рикошеты все стрелять, да? Вот так, ладно, давайте подлечим КП, дадим этим пацанам еще немножко поиграть, порадоваться. И думаю, вот так вот нужно их сейчас окружать. Одного снял, и второго... Ну же! Есть, получилось! Вот так вот! Это Голди, детка! Он стреляет метко! Там ненько не было такой фразы, да? Ну что, ребятки, вас поздравляю! Нам полетело 9 банок.
Я немножко еще поиграю, смотрите, еще один бой нужно выиграть, будет 500 жетонов, это будет жир. И будет 20 ранг, это тоже будет все круто. И на 500 жетонов, в принципе, мы добавим плюс один степ, да. Это будет, что у нас будет? 100 энергии и ящик. Это будет круто, возьмем. Ну что, вот такая вот классная цифра, в 16 тысяч кубков, открываем мега ящик. Интересно, что же мы выбьем с вами. Скорее бы уже какую-то легу выбить новую, да. Так, 6 предметов, я вас поздравляю, ребятки. Ну и себя, конечно, тоже поздравляю. А если вы хотите тоже, чтобы у вас было такие везучие открывания боксов, то подпишитесь на канал, порекомендуйте этот видосик своему другу, поставьте колокольчик, поставьте, конечно же, лайкос, какой-нибудь приятный коммент, и вам будет удача от Голди. А так, заходите на наш сервер, Discord сервер, ссылка, как всегда, под каждым видео, ребята, под описанием видео. Ну что, погнали? Я думаю, как всегда, это будет какой-то гаджет. Гаджет, 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 гаджет. Ну же. Есть. Это гаджет на Дэрила. Что, у меня до сих пор его не было? Я думал, что он у меня уже давным-давно есть. Ну, неплохо. Тоже хорошо. Это очень хорошо. В принципе, это лучше, чем просто пустой ящик, да? Ну, а мы с вами будем двигаться, ребятки, к 17 тысяч. Это будет тоже неплохая борьба. Вот. Ну, и, конечно же, да, возьму ему. Люблю брать, чтобы оно, короче, не светилось там единичка, да? Вот, типа, его посмотрел, бла-бла-бла. Да, крутой, чтобы не светилась единичка. Мы можем улучшить 9 бойцов. У меня уже очень много бойцов, которые, в принципе, десятки. И уже на грани. Одним шамом десятки, да? Ладно. А мы с вами открываем еще мега-ящики. Давайте посмотрим, что выпадет. Так, тут нифига. Здесь было 5 предметов. Ну, тоже неплохо. Так, 100 монет тоже это неплохо. И получается на бесплатном пути большой ящик. Что же тут будет? Тут тоже всякая мелочь. Как всегда, Supercell очень жадный. Было недавно видосик у меня на Пучеле, да. Я открывал там, ну, грубо говоря, ящиков, наверное, 70. То есть, можете посмотреть, круто было. Ну, 2 бравлера выбил, но хотелось бы больше, да. То есть, выбил не слишком уж много игроков. Так, ну там, конечно, аккаунт у меня слабенький. Кстати, сегодня я на Пучеле взял 600 кубков. Неплохо. Так, 20 кристаллов, это тоже очень хорошо. И последние 2 ящичка, что же здесь будет? Посмотрим на Леончика. Осталось бонусов, какой-то бонус. 200 удвоялок, это я очень люблю. Благодаря этим удвоялкам, в принципе, можно быстрее двигаться по бралпасу, да? Вот, и вот такой последний ящик. Тоже, походу, тут у нас ничегошечки не будет. Ну да и ладно, зато мы выбили один гаджет. А мы будем с вами обязательно двигаться дальше. Совсем осталось немножко до вольта. Думаю, следующий видос или через видос уже будет вольт. Как-то так, буду стараться. Вот, ну что, ребятки, вот такое было сегодня видео. Я думаю, было неплохо. Мы поиграли, взяли 16 тысяч кубков. Будем дальше с вами двигаться. Да, совсем забыл, мы поднимаем. Давайте посмотрим, вдруг получится 16 тысяч. Вот такой вот у нас как бы клан, да, на 16. Нам нужно расти, так что... Милости просим, ребятки. В принципе, очень много крутых игроков, поэтому 15 это уже, мне кажется, маловато. Вот. Буду поднимать вступные только тогда, когда я сам буду достигать этого. Это все будет по-честному. Ну что, вот такая была сегодня серия, ребятки. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет только круче. Всем пока-пока!